Добрый день. Садитесь. Тема нашей сегодняшней беседы – это тема, в общем-то, достаточно хорошо вам известная, как кажется. Русь и степь. С этой темой знакомы все хотя бы потому, что вы, кроме того, что изучаете школьный курс истории, вы еще изучаете и школьный курс литературы, который начинается у нас традиционно со слова о полку Игореве. Надо сказать, что в мировой литературе вообще бывают такие странные несколько вещи, когда выдающиеся литературные произведения, ранние, создаются по поводу довольно странных событий. Скажем, в Западной Европе это «Песнь о Роланде». Небольшое сражение, небольшая стычка, которая не имела никаких последствий. Но гениальное произведение было создано, и мы благодаря этому произведению помним и об этом событии, о Роланде. Поход Игоря Святославича на половцев, 1185 год. Что это за событие? Это одно из многих столкновений с половецкими племенами, которое не имело серьезных последствий. Но тем не менее мы о нем помним, потому что создано потрясающее поэтическое произведение. Я думаю, что вы знаете, есть определенные сложности вообще в том, как определяется это произведение, потому что само слово о полку Игореве было обнаружено в XVIII веке Мусиным Пушкиным, но, к сожалению, погибло в московском пожаре 1812 года. И до сих пор идут то затихающие, то возобновляющиеся споры по поводу того, это действительно подлинное произведение XII века или XIII века, или, как некоторые считают, XVI века, или же это произведение XVIII века. Но все сходятся на одном. Это гениальное произведение. Гениальное произведение, мы считаем, древнерусская литература. И для этого есть вполне серьезные основания. Надо сказать, что это произведение не фольклорное. Это книжное произведение. Кстати сказать, большинство там прямых цитат и прямых совпадений текстуальных с шестой главой иудейской войны Иосифа Флавия, все той же. Это целый ряд библейских образов, которые там присутствуют, целый ряд античных образов, которые там присутствуют. И некоторые есть сюжеты и персонажи, которые имеют явный отголосок западноевропейского рыцарского романа. Во всяком случае, автор слова о полку Игореве, он, безусловно, был очень образованным человеком и человеком, обладающим потрясающим поэтическим талантом. Но что это за само произведение? Вы обратили внимание на то, что сама сюжетная линия построена достаточно своеобразно. Игорь Святославич отправляется на половцев, но везет с собой священника, везет с собой какие-то суммы денег. Он нападает на половецкие вежи и захватывает их. И только потом половцы догоняют Игоря Святославича, происходит сражение, в котором большая часть войска Игоря погибает, а он сам попадает в плен. Но в плен он попадает не к тому, с кем сражается, а к тому, кто подоспел к самому концу сражения. Сражается он с ханом Гзой, а в плен его берет хан Кончак. А чем заканчивается вся эта история? Вы не помните? Игорь бежит. Но в плену остается его сын Владимир, который женится на дочке. Замечательно. Это было бы странно, если бы Игорь Святославич сам не был сыном половчанки, внуком половчанки и правнуком половчанки. Он вообще-то был в значительной степени половцем. И здесь мы сталкиваемся с самой большой загадкой, собственно говоря, этого произведения. Зачем Игорь ходил в степь? Вы знаете, как это ни парадоксально прозвучит, но многие исследователи, рассматривая это произведение, приходят к парадоксальному, на первый взгляд, выводу. Игорь отправляется в степь для того, чтобы устроить брак своего сына и половецкой хатунь. То есть эта цель преследуется им изначально. Правда, по ходу дела он наезжает на вежи
хана Гзы. Хан Гза и хан Кончак – это разные кочевья. А у кочевников отношения не всегда бывают ровными. Это соперничающие кочевья. И Игорь, воспользовавшись тем, что Гза находится в это время в походе, он захватывает беззащитные вежи. Вот откуда и драгоценности, которые он везет, вот и япончицы, и красные девки половецкие, помните, которых они увозят с собой. А вот когда основная военная сила Гзы подходит, вот тогда Игорю уже приходится плохо. Тогда и состоялось это самое сражение, в котором Игорь потерпел полное поражение. Но, к его счастью, вовремя подъехал Кончак, который поручился за Игоря, забирает его к себе, не дает его убить, и берет его в плен. Правда, в плену Игорь находится на очень хороших условиях. Его прекрасно содержат. Он не втерпит ни в чем нужды. Даже когда он бежит, его сына не казнят, как заложника, да? Мало того, после этого Кончак выступает в поход. Но грабит Кончак не Новгород-Северское княжество, а соседние княжества, с которыми Игорь в это время находится в конфликте. Вот тут мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Образ половца, вот этого черного ворона, поганого половчина, который исконный враг русских земель, вдруг исчезает. Отношения со степью выстраивались далеко не так трагично, как это может показаться на первый взгляд. Половцы, которые приходят на русские земли еще в XI веке, долгое время находятся в постоянном контакте, прежде всего, с южными и юго-восточными княжествами. В исторических источниках отразилась главным образом та сторона отношений Руси и кочевых народов, которая касается военных конфликтов. Но конфликты такие были далеко не постоянные, а были и периоды мирных отношений с кочевниками, в том числе с половцами. Происходила торговля достаточно постоянная. Из степи на Русь шли в первую очередь кони, из Руси на степь меха, оружие и другие предметы. Кроме того, через степь проходили торговые пути, связывавшие Русь со странами Причерноморья, Закавказья, Средней Азии. Кочевники брали с купцов пошлину и таким образом поддерживались вполне мирные контакты. И здесь отношения между кочевниками и русскими княжествами определяются прежде всего тем, что это общество с разной культурой и с разной экономикой. Вот есть такое замечательное слово – экономика. Да? Они по-разному ведут хозяйство. Надо сказать, что только в последнее время появились такие серьезные, большие работы, в которых рассматриваются особенности кочевой экономики. И результаты совершенно потрясающие. Кочевое общество живет за счет, прежде всего, кочевого скотоводства. Кочевники могут прожить только за счет своего труда, но при этом жить они будут достаточно бедно. Они постоянно нуждаются в том, что сами не производят. А это что? Прежде всего, оружие. Это предметы роскоши, это ткани. Все это кочевники могут получить. У кого? У народов, которые ведут оседлый образ жизни. У народов с другой экономикой. Каким образом кочевники могут получить необходимые себе продукты? Ну, прежде всего, это нормальная торговля. И, кстати сказать, кочевники уже в силу своей экономики, они занимают те территории, через которые проходят основные торговые пути. Пути с востока на запад, из запада на восток. Это караванные пути через степи. Вопреки распространенному мнению, кочевники вовсе не видели смысл своей жизни в грабеже беззащитных соседей, в том числе и купцов, которые проходили через кочевые степи. Кочевые правители обычно очень жестко следили за безопасностью тех, кто двигался с караванами или на ладьях через подвластную территорию.
в том числе и половцы, с которыми вот имели отношения русские князья и Игорь Святославович в конце XII века, тоже охраняли торговые магистрали, которые соединяли Восточную Европу с мусульманским миром и Византией. Когда в степи сидели сильные ханы, они направляли свои усилия на охрану торговых путей, чтобы получать торговые пошлины. Это было повсеместно в истории. Но когда в кочевой степи начиналась междоусобица и смута, появлялись бесконтрольные шайки разбойников, от которых, конечно, купцы страдали. Как правило, сильные кочевые правители стремились этого не допускать. В том числе и хан Кончак, который контролировал донские степи. Поэтому разбой в степи — это было дело чрезвычайно редкое. За этим следили сами кочевники. Кочевники готовы к нормальному товарообороту, к торговле с оседлыми народами, с которыми они сталкиваются. Но беда только в одном. Опять-таки, в силу своих особенностей экономических, они предпочитают взять силой, если представляется возможность. Почему? Вы знаете, тут мы сталкиваемся с одной особенностью, о которой, наверное, надо было сказать раньше, но так уж сложилось, что у нас не было для этого подходящего момента. У народов с традиционной культурой есть такое правило неписанное, которое действует у нас и по сей день. Если я принимаю подарок от другого человека, я должен либо отдариться, либо я становлюсь лично зависимым от этого человека. Понятно, о чем идет речь? Когда князь делил вот ту дань, которую он получал, между дружинниками, дружинники становились ему лично обязанными. И поэтому князь стремился выполнить любое требование дружинников. Скажем, князь Владимир устраивает пиры на своем дворе. Его дружинники, как пишет летописец, под опьяху начинают ругать князя. За что? Они едят деревянными ложками, а хотели бы серебряными. Что делает князь? Приказывает выковать им серебряные ложки и раздать. Он выполнил их требования, они становятся лично обязанными ему. Это личные связи между князем и дружиной. Кочевники, которые получают добровольно какие-то товары, становятся лично обязанными тем, кто эти вещи им передает. Поэтому они стремятся захватить силой. Так надежнее. И они никому не обязаны ничем. Поэтому если они сталкивались с более слабыми соседями, они старались захватить это силой. Не потому, что они были такие плохие. Таковы были их представления, такова была их культура. Но если они сталкивались с сильным противником, они заключали договоры, в том числе торговые договоры. Мало того, они заключали матримониальные договоры, они заключали браки. Вот очень короткий перечень тех, кто был так или иначе связан узами брака с кочевниками. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Андрей Владимирович, Олег Святославич, Святослав Ольгович, Владимир Игоревич, Рюрик Ростиславич, Мстислав Удатной. Либо женились на половчанках, либо отдавали своих детей за половчанок, либо были детьми половчанок. Я еще раз повторяю, Игорь Святославич уже не одно поколение был связан родственными связями с половцами. Это очень серьезный был момент. Нападения половцев на русские города и русские княжества сплошь и рядом были не инициированы самими половцами, а это другие русские князья наводили поганых, как говорили, половцев на соседей, преследуя свои политические интересы. Отношения эти были чрезвычайно сложными, но и достаточно любопытными. Понимаете, оказалось, что вскоре половцы в значительной части были своими. Мало того, вы знаете, когда вот мы с вами говорили о русской земле, есть один очень интересный пример, он по-разному описывается в летописях. В одной летописи пишется, что вся русская земля пошла на Галич Южный. А в другой летописи перечисляются те, кто пошли на Галич. И среди них перечисляются половцы. Один из лучших наших исследователей, Владимир Андреевич Кучкин, когда он
исследовал этот текст, он сказал, ну, получается тогда по сличению первого и второго текста, что половцы тоже наши, они тоже русской земли. Да, да, да. Половцы и чувствовали себя так. Их связывали не только родственные связи, но это были и близкие связи по духу. Многие из них были крещены, многие из них были православными. Они носили православные имена. И когда мы начинаем читать эти тексты, это невероятно интересные вещи. Отношения со степью были, я еще раз повторю, далеко не так трагичны, драматичными, да, но далеко не такими трагичными, как нам кажется на первый взгляд. Половцы не были врагами Руси. И именно поэтому, когда вдруг на половцев напали народы, которые пришли с Востока, которых они называли татарами, половцы обратились к кому за помощью? К русским князьям. Они обратились к своим родственникам, к своим своякам с просьбой помочь им в эту тяжелейшую минуту. И русские князья отозвались на этот призыв. Произошла потрясающая совершенно вещь. Практически все южно-русские князья выступили вместе с половцами против татар. Битва на Калке. Знаменитая битва на Калке. Удивительно и другое, как это все было оценено древнерусским летописцем. Вы знаете, это очень странно читать современному человеку. У нас есть свои представления о том, что хорошо, что плохо, кто свои, кто чужие, кто прав, кто виноват. И поэтому, когда современные исследователи читают, скажем, лаврентьевскую летопись, а лаврентьевская летопись, она отражает как раз летописание Северо-Востока. Это Суздальское летописание, Владимиро-Суздальское летописание. В лаврентьевской летописи, как отмечает один из исследователей, с потрясающим цинизмом выражается радость по поводу того, что свой князь не успел на Калку и поэтому не участвовал в этом сражении. Но я не скажу, что летописание Южной Руси отражает мысль о том, что они рады, что их князья не принимают участие, их князья как раз принимают участие. Интересно другое. Битва на Калке описывается в древнерусском летописании в очень мрачных тонах по одной простой причине. Князья не поняли, что произошло. Пришел бич Божий на безбожных измаильтян, на половцев, которые пролили много христианской крови. И поэтому нельзя было выступать против этого бича Божьего, против татар. Южно-русские князья совершили богопротивное дело. Единственным положительным персонажем в этих описаниях выступают татары, которые разбили половцев и разбили русских князей. Поразительная совершенно вещь. Поразительная вещь. Но это было связано прежде всего с представлениями древнерусского человека о тех народах, которые его окружают. Одно дело, так сказать, половцы-родственники, половцы, с которыми они ведут торговлю. Совсем другое дело для летописца понять, кто этот народ. Уже первые появления половцев около русских земель вызывают довольно своеобразный такой пласт целый в летописных описаниях. Как вы думаете, о чем там идет речь? Кто это такие? Надо найти правильное имя этим народам. Что значит найти правильное имя? Это правильное имя находится в авторитетной литературе. И летописец привлекает для этого, так же, как потом он будет привлекать это для того, чтобы определить, кто такие пришедшие татары, одно произведение, которое было чрезвычайно популярно в Древней Руси. Это «Откровение Мефодия Потарского». Не Мефодий Потарский написал это произведение, но это не так важно. В этом откровении рассказывалось о том, что будет происходить в конце времен, перед концом света. И там рассказывается довольно своеобразная такая история. История, которая имела довольно длительную такую предшествующую историю. Очень популярны были рассказы об Александре Македонском, в том числе и на Руси, кстати сказать. И по преданию Александр Македонский во время своего путешествия на восток столкнулся с нечистыми народами. Это народы, которые вели себя не так, как должны вести себя народы
которые связаны как-то с Богом. Они ели все нечистое, они поступали так, как нельзя поступать. И Александр Македонский для того, чтобы эти народы не помешали жизни народов на Западе, он загоняет их между горами, в пустыню Итривскую, и вешает медные ворота, которые закрывают им проход на Запад. И заливают эти ворота сункулитом. А сункулит, пишет летописец, основываясь на Мефодии Потарском, это такое вещество, которое ни железом нельзя взять, ни огнем, но распадется в последние времена по слову Божьему. И после этого пойдут несколько волн, которые будут предшествовать вот этих самых нечистых народов, которые и будут предшествовать непосредственно концу света. Это безбожные измаильтяне, это нечистые народы, это песеглавцы, это народы Гог и Магог. Разные тексты по-разному давались, очень мутные, кстати сказать, тексты. И вот летописцы, они сидели и пытались высчитать, кто такие половцы, кто такие татары. Сошлись на том, что половцы – это безбожные измаильтяне. Поэтому татары, которые приходят отомстить половцам за пролитие христианской крови, это вообще-то хорошие люди. Не надо им мешать в этом богоугодном деле. Помешали, ну и напросились на неприятности. Битва на Калке расценивается как происшествие драматическое, но не трагическое. За одним исключением. Как трагедию его воспримет летописец Южный, который будет писать об этой битве уже тогда, когда прошло нашествие монголов. Вот когда стало ясно, к чему это все привело. Пока же речь шла о том, что нельзя противиться воле Божьей. Как Господь годе, так тому и бысть, как пишет летописец. Что касается половцев, то да, они, конечно, оказались в очень неприятном положении. Кстати сказать, в современной литературе это все переосмысливается, и очень популярные труды Льва Николаевича Гумилева, они дают свою интерпретацию происходящим событиям. Лев Николаевич, в частности, пишет о том, что русские князья зря помогали половцам, потому что монголы прямо сказали, что это их конюхи, и они пришли навести там порядок, и вообще они хотят отомстить половцам за то, что они проливали кровь христианскую. И если бы русские князья повели себя правильно, то есть не оказали бы помощи половцам, то ничего бы дурного не произошло. Ну, наверное, Лев Николаевич просто забыл о том, что за несколько лет до этого монголы точно так же обратились к половцам и сказали: «Мы хотим наказать ваших соседей алан, народы Северного Кавказа. Помогите нам, и мы дадим вам все, что вы хотите. Можете забирать все алан, что вам приглянется». И половцы идут на это. Они вместе с монголами нападают на алан, они грабят их поселение, уносят все с собой. Для того, чтобы уже через пару лет лишиться всего, потому что их догоняют те же самые монголы и грабят их точно так же, как когда-то грабили алан. Но теперь монголы уже пытаются заключить союз с русскими землями против половцев. Надо сказать, что отношения между степными народами, они вообще очень сложные. И это объясняется не тем, что у них плохой характер, повышенная агрессивность связана с другим. Кочевые народы вынуждены вести такой образ жизни, при котором главной ценностью для них является что? Земля. Пастбище. Пастбище. Чем больше пастбища, тем больше может быть и стада, табуны, которые они разводят. Без пастбищ они не могут разводить скот. Поэтому основная война идет все время за территории. Причем это пастбище, отгонное скотоводство, это очень сложная система, когда надо было перегонять по временам года с одного места на другое, чтобы там было обеспечено и водой, и питанием, да? Чтобы там не было большого снежного покрова и так далее. Это невероятно сложная и тяжелая жизнь. И кочевые народы постоянно враждуют друг с другом. Они могут создавать большие объединения, но эти большие объединения, как правило, очень непрочные. Они создаются для достижения ближайших целей. Как только эти цели достигнуты, а это прежде всего борьба с сильными соседями, такие большие объединения распадаются. Как правило, но было одно исключение из этого правила.
была создана колоссальная империя, которая просуществовала очень долго. И эта империя, о которой у нас с вами пойдет разговор на следующей нашей беседе, это Великая Монгольская империя. Какие у вас будут вопросы?